Здравствуйте. В этом видеообзоре покажу вам стадию строительства жилого комплекса на Мичурино. Застройщик группы компании «Единство». Город Рязань. Ну, наверное, самый центр Рязани, площадь Мичурино. То есть известный горожанам. Вот тут было демонтировано одно из производственных зданий института. Сейчас строится жилой комплекс. Ну, кто не знает, дом состоит из двух зданий. Комплекс вот 10-этажный. Вот первый, вот второй. Между ними такие вот помещения. Вот с этой стороны и с этой стороны. То есть, соответственно, здесь большие витринные окна. Здесь будут какие-то суперные гипермаркеты для жителей этого комплекса. Ну и для всех, соответственно, горожан. Здесь будут большие торговые площади. Скорее всего, наверное, даже уже спланировано, кто сюда зайдет. Наверху, вот видите, вот это, на этой крыше получается. Там получается детские спортивные вот площадки. Доступ туда будет как... Ну и так можно подняться или вот спуститься, грубо. Вот вы живете на каком-нибудь этаже, спускаетесь на лифте на какой-либо этаж, и ваши дети выходят гулять на эту площадку, как таковой, не выходя во двор, не выходя на улицу. Ну, плюс во дворе этого дома, потому что там еще есть дворовая территория между двумя этими домами в комплексе. То есть там и будет еще своя площадка. Чем интересен жилой комплекс на Мичурино? Ну, во-первых, он сдается в четвертом квартале 2020 года. Дома, они вот два дома, они 10-этажные. То есть, если сейчас посмотреть, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Девятый этаж уже вот он закрыт. То есть работа будет уже по 10 этажу. Так, сейчас смотрю вот эту наверху вот эту штуковину. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Может быть, ее уже как бы считается, что. Вот наверху вот эта штука. Может, это считается как 10 этаж. Потому что внизу я просто вот смотрю, тут высокие такие вот. Высота потолков. Так, ну ладно, разберемся по ходу. В принципе, достраивает он, в принципе, уже на таком стадии достройки. Ну, потом пойдет, соответственно, работа по внутренним помещениям, по отделке. В комплекс, что интересно, тут еще есть подземный паркинг. Кто захочет, пожалуйста, можем приобрести. Так, ну сейчас выйду, наверное, со стороны немножко покажу. Так я как бы сблизи. Сейчас покажу, как он выглядит немножко с отдаленного взгляда. Так, продолжаем. Это сейчас вот у нас улица Маяковского. Так дом выглядит непосредственно с улицы Маяковского. Если будете покупать здесь квартиру или купили, то есть у вас взгляд будет падать на вот эти вот дома. Ну, в принципе, такое пространство между домами нормальное, поэтому, ну, свободный, скажем так, вид из окна, ничего мешать не будет. Так, что у нас вокруг? Это площадь Мичурина. Там впереди у нас МВД. Справа, по-моему, земельная какая-то там организация. Там у нас был суд. Ну, вот такое вот красивое круговое движение. Все кругом зеленое. Но при этом центр города. Соответственно, автобусные остановки рядом. Магазины все будут в доме. Все, что нужно, все у вас тут будет шагой, скажем, доступности. Так, чуть подальше, там влево, там улица Есенина. Ну, выезд в разные стороны города. Ну, самый-самый центр. Ну, в принципе, рассказал. Стадия строительства достаточно серьезная. Осталось совсем чуть-чуть по меркам. Говорил еще, сдача 2020 год. Квартира, соответственно, с индивидуальным отоплением. Квартира в продаже еще есть. Квартира не дешевая, так как надо понимать, что это центр города. Это какие-то улучшенные там варианты, отделки, там подземный паркинг. Тут будет такой интересный такой жилой комплекс. Нужна будет информация по квартирам. Звоните мне по телефону 8-910-973-33, также Viber, WhatsApp, телефону. Пообщаемся с вами, скину вам планировки, сориентирую, пообщаемся, расскажу о возможных вариантах покупки. Есть, ну, с ипотекой, само собой, рассрочки. Все это вам расскажу, как это все покупается. Примем решение покупать. Также будем оформляться непосредственно в офисе застройщика. Квартира идет от строительной компании напрямую, без каких-либо комиссий, выплат, там, денежных каких-то вознаграждений мне не нужно. Торгую непосредственно от строительной компании напрямую. Обращайтесь. До свидания.